Сработка пожарной сигнализации. Именно с этого всегда начинается условно-чрезвычайная ситуация. Задача педагогов и учеников в этот момент оперативно и централизованно покинуть сначала классы, а потом и школу. Для учеников 10-й школы учебная эвакуация – ситуация знакомая и давно отработанная. Не прошло и 5 минут, как все ученики начали строиться на стадионе позади учебного заведения. Педагоги пересчитали их и доложили о сложившейся обстановке директору и сотрудникам МЧС, прибывшим на ликвидацию пожара. 10-я школа эвакуирована в составе 392 человека. Замечаний нет. В нашей школе 2 раза в год постоянно проводится такое мероприятие. Лично мое мнение, считаю, что это очень важно. Это может спасти жизнь нашим детям, и мы это проводим очень, серьезно. И каждый год, из года в год, результаты у нас лучше. Вот сегодня, в принципе, все учащиеся школы за 3 минуты 25 секунд покинули нашу школу. Очень организованно, нигде не было столпотворений, нигде не было заторов. Были задействованы все выходы, как основные, так и запасные. Работники МЧС инициируют проведение подобных мероприятий, отработок планов эвакуации. Ведь они позволяют на практике, в условиях смоделированной ситуации, напомнить гражданам, как вести себя, если случилась беда, а также совершенствовать навыки правильного поведения, в том числе при пожаре. Хочется отметить, что проведенное сегодня мероприятие является еще и составной частью акции «Единый день безопасности», которая направлена на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, на проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганду безопасных условий проживания населения. Аналогичные мероприятия на протяжении учебного года сотрудники МЧС проводят во всех общеобразовательных учреждениях области и города. Регулярные основательные тренировки станут серьезным подспорьем и для учеников, и для преподавателей, в случае, если рядом произойдет настоящий чрезвычайный ситуация, и на лишние размышления и поиски выхода времени уже не будет. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.